Привет, привет, дружочек, пирожочек. Это идет у меня 5-я разминочная катка. Предыдущие 4 я въебал. Знаешь ли... Сейчас, секунду. Дота. Такая игра, где на один час сходятся... 10 незнакомых одноразовых людей. Одни умеют играть, другие играть не умеют. Одни доброжелательные, другие токсичные. Одни умные, другие, так скажем, ущемленные своей средой обитания. Вот. И этот час ты должен сыграть и показать свое мастерство. В этой игре все зависит от твоих навыков, и в то же время от твоих навыков не зависит ничего. Такая вот игра. Скоро можно стать философом. Типа, знаешь, страдание — это жизнь, буддизм, джайнизм, все дела. Потому что каким бы классным саппортом ты не был, если в твоей команде Кэрри Сраук, вот он опять вылез, который на 45-й минуте покупает БКБ, при условии того, что в команде противника 5 станов. Let's go. Как мне не хватает того парня на сралке, который играл хорошо, а не вот это вот все дерьмо. Если тройка пайп не соберет, пайп придется собирать мне. Блять, так хотелось поиграть, насладиться дотой, а после 4 поражений подряд как-то. Как-то не весело. Не весело, блять. Похуй на рейтинг. Я просто хотел поиграть в классной команде с классными противниками. Качественная борьба, чтобы была. А когда битва в одну калитку, удовольствие это мало доставляет, к сожалению. Но нашли опыт. Дело такое. Год назад я бы, наверное, горел от этого. И, слушай, это классно. Я чувствую, что я становлюсь лучше. Пересматриваю игры, вижу минусы, учусь по чуть-чуть. Не так хорошо, как хотелось бы, но учусь. 30 секунд до начала сражения. Самое главное понимать, что это просто игра. Компьютерная игра Dota 2. Это не жизнь. Как бы, само собой, негатив никуда не денется, но вот настолько... Охреневать из-за того, что у тебя там рейтинг упал, не получается играть в тиме долбоеба. Ну что поделать? Это все дело случая. Тут как бы все люди случайны. Ты сам должен понимать. Битва начинается. Сейчас я подумаю, что собрать. Пока что не ясно. Пока что не ясно. Совсем. Совсем не ясно.
Вот нахуя? Чтобы так. Линия побыстрее пропушилась, чтобы я не отдал крипа, так, не забрал. Так. Держи, тангусик, клоун. Отводов нет, нету. А у меня запись-то идет? Это самый главный вопрос. Да, идет. Класс. Шик-блеск. Чивауа, блядь. То, что ты крипов не добиваешь, это уже, знаешь ли, твои проблемки, молодой. Пошел рунку возьму, вернусь или не вернусь, посмотрим. Чуть не хочется, честно говоря. Блять, ты умер? Да, ты умер. Красавчик, блять, мужик. Не вижу реки, кстати. Вижу реки. О, тут этот пес. Понимаю. Пожалуйста. Чмоша.
Сейчас рунка будет. Надо забрать. Печально. Нормально. Уже лучше. Сойдет. Глупышка. Бьёшь его? Нет? Убил, красавчик. Не зря я хил на него повесил. Так, Shadow Dance. Ладно, пешком бегу. Дружище, я бегу. Оу, че, он хилится? Серьезно? Ой. Это да, есть такое. Силы света укрепили свои сооружения. Вашу нижнюю башню атакуют. Мана ботинок есть. Бегу за ним. Ты
Надо ботинок нужен. Нужен вижен. Че по манам? Кому надо? Кому надо? Вижу. Я очень тебе признателен. Вашу центральную башню атакуют. Да, есть такое. Ладно, если я был. Но МС у меня солидный. Я убегаю. В теории. Вот я и убежал. О, голем. Теперь точно пойду за маной. Вопросов ноль, блядь. Шард. Так. 1 минута, 1000 голды. Let's go. Нужно где-то отформиться. Я уже вижу где. Иду сюда. Такая. Ну ладно. Ничего. Ебучий телефон меня отвлек. Силы тьмы укрепили свои Блять, шарда по-прежнему нет. Тоже так-то хуевенько. Надо вышку доломать, мне кажется.
сука, промазил. Свинья была. Вашу верхнюю башню атакуют. У Зевса уже агоним. Прикольно, прикольно. Вашу верхнюю башню атакуют. Ваша верхняя башня разрушена. О, двое вылечили. Приятно. Блять, не успел купить. Ну, возможно, хотя бы без двух противников мы сможем выиграть. С такими-то долбоебами. Когда ворлок кидает банды, добивай своих крипов, долбоеб, а не стой, как истукан. Хорошо, что я замутил этого с фарком. Ну, может, у нее день плохой. Может, его мама роняла в детстве, я не знаю. Ситуации всякие бывают. Я не буду его осуждать. Так, ну в туалет я вряд ли отойду. Давай чекнем, что у Марса. Марса Блинк. Угу. Есть такое. А у этого чего? Понимаю. Сплит пуш. Понимаю. У Зевса ведь агоним уже. Это ж пиздец, ребят. Сука, как же меня бесят эти паузы. Просто не могу. У нас больше чуваков, так что отжимайте, блядь. Так, почитаем. Угу. Израиль отказался поставлять Украине оружие. Понятно. Скидка Озон. Понятно. Ничего интересного. Так. Чё у Паджика? Худ? Вангвард. Вообще-то уважаемо. Давай на основные точки сюда поставлю. ТПшки нет, ошибка. На ульту все равно не хватает. Хорош. Центральная башня противника разрушена. Давай подхилим. Что ему еще делать-то?
Ну и все. Вот такая вот игра. Походу только в такие теперь я могу выигрывать, да? Да, ну ты и лошара, конечно. Да я тоже неплох. Я тоже лох. Хотя у меня уже вон давно готово вот это вот все. А я туплю. Ну вы и клоун. Слушай, если бы эти ребята не вылетели из команды противника, мы бы точно проиграли. Курсы на Сларке, что там будет героев? Нет, просто потому что они ливнули. Курсы, что там будет героев? Нет. По фарме еще. Там можем снести их уже давно. А ну-ка, эти дем? Ты не ответил на вопрос, на хуй эти дем? Возьму. Я считаю, заслуженно себе репорт так передать. Да, это моя тима, блядь. Ты что, в конце игры репорт не рассматривается? Тут по ощущениям реально гем хочется купить. Если что. Смотри, там бить сзади, так мы с ним можем взять. Окей.
веселая каточка. Да, надо доломывать. Нижняя башня противника разрушена. Да, надо аванпост еще захватить. Let's go, захвачу. Дэм. Ну что ж, дружок. Вот мы и победили. Это было очень тяжело. Очень. Я так вспотел, я так устал. Самая напряженная катка в моей жизни. Да, так ее и назову. Понял, а как я туда залетел? Подойди, ты похилься, хули ты отош. Долбоёб. Так, ну, Зевса убили, и хорошо. Да, жестко, жестко ебем. Я, пожалуй, гем куплю после грифсов. Пусть будет. Хорош, let's go, гемыч. У меня правого еще нет. Ну ладно, на нет, сюда нет. Да, ребят. Жестко ебем. Жестко.
пешки. Ой, блядь. Ладно. Первая из пяти победная. Охуенно. Ладно, дружок. Я офаю с позором. Это максимально уёбский день сегодня. Пока-пока.